Всем привет, меня зовут Филипп, и сегодня я хочу вам рассказать про итоги конкурса по стримам на рассвете. Месяц назад у нас открывался сервер «Рассвет», и там полагались всякие разные награды для стримеров. Напоминаю, требовалось 100 зрителей, чтобы получить 1000 кристаллов, 500 зрителей, чтобы получить 5000 кристаллов, 1000 зрителей, чтобы получить 10 тысяч кристаллов. Что мы имеем в конечном итоге? В конечном итоге. Я сейчас вообще даже не говорю про то, что творилось с этими... Что творилось со серверами YouTube, из-за чего очень плохо попадали в рекомендации их стримы. Это херня, в принципе, это от администрации не зависит. Но что подумает обычный нормальный стример, когда видит вот это? Он, наверное, подумает, что да, вот для того, чтобы получить 1000 кристаллов, надо собрать 100 зрителей на стриме. 5000 кристаллов, надо собрать 500 зрителей на стриме. 10 тысяч кристаллов, 1000 зрителей на стриме. И что обычно под этим подразумевается? Это количество одновременно смотрящих онлайн. Ну, обо всем по порядку, давайте посмотрим итоги всего вот этого безобразия. Создатель канала DevBlog сумел привлечь более 100 уникальных зрителей на 5 своих стримов, что приводит его к награде 10 тысяч кристаллов. DevBlog замечательный парень, я к нему вообще вот со всей душой отношусь, нормальный пацан. У меня к нему вообще никаких претензий нет. Там, да, у него, ну, у него подход к стримам достаточно своеобразный, ну, сами видите. Ничего, претензий ноль, пацан нормальный, он молодец. Пошел играть на рассвет, решил это параллельно постримить и срубил за это все это 10 тысяч кристаллов. Уникальных, сука, зрителей. Уникальных зрителей, да. Вот с таким количеством просмотров человек собрал. То есть там 200 просмотров на трансляции и так далее, и так далее, и так далее. Это уже после заливки на YouTube и так далее. Ну, короче говоря, ладно. Я думаю, что вы, в принципе, поняли. То есть имелось в виду, зрители уникальные, не те, что он смотрит онлайн, а вообще побывали на стриме. Ну, то есть, да. Да. И в конечном итоге главный приз в виде микрофона получил у нас RPIC. То есть там был приз, главный приз у нас был это микрофон. Вот такой за 4000 рублей. 835 уникальных зрителей собралось. Я, видя вот такие условия, решил в этом всем дерьме не участвовать. Но знаете, что самое ироничное? Самое ироничное. Вот в чем ирония? Вот не пост-ирония, а просто ирония. Давайте посмотрим на мой единственный стрим по рассвету. Вот я зайду в свою творческую студию, я ничего не скрываю, вы видите мою творческую студию. Заходим в раздел трансляции. Уже просто можете посмотреть мои последние стримы, которые я оставил. Вот 30 марта стрим был, 875 зрителей, ну, просмотров, там 666 на этом стриме. Это еще с учетом того, что у YouTube все было очень плохо, потом все это, ну, сейчас это все работает нормально. Давайте помотаем и найдем мой стрим по рассвету. Мы видим на нем 5291 просмотр. Но нам нужны уникальные зрители. Чтобы это увидеть, заходим в аналитику, заходим в раздел просмотры, уникальные зрители, 3500. Угу. То есть уже по логике вот этого конкурса, если бы я соблюл все условия, я поставил теги, оформление впаял, мне за один этот стрим положено 35 тысяч кристаллов, ребят. Ну, я понимаю, что это слишком
Борзо требовать за 3500 уникальных зрителей, требовать 35 тысяч кристаллов. Ладно, я бы согласился на десятку, окей. И микрофон. Ладно, я бы согласился. А теперь представьте, ребята, для меня собрать... Давайте просто посмотрим статистику дальнейших стримов, которые не связаны по рассвету. Они априори должны были собирать меньше просмотров. Смотрим стрим, который 3 дня спустя у меня был. 3 дня спустя. Смотрим аналитику. Так, просмотры. 898 уникальных зрителей. Ну, то есть 5000 кристаллов, да, ребята, да? Да, 5000 кристаллов, и мне за этот стрим должны были бы дать. Это по дефолту, ребят, по дефолту, считаем, вот по дефолту, да? То есть, а они же еще умножают на 2 за то, что 100 стримов было. То есть, не 10 тысяч кристаллов, а 20 тысяч кристаллов, не 5 тысяч кристаллов, а 10 тысяч кристаллов. То есть, вот за 2 вот таких вот стрима мне было бы положено 30 тысяч кристаллов. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Дальше, чем, где? Еще стрим. Он у меня прошел 3 днями спустя. Смотрим аналитику. Смотрим взаимодействие. Точнее, мы просмотрим. 1200 уникальных зрителей. То есть мне за этот стрим еще 20 тысяч кристаллов. То есть за вот эти 3 стрима, если бы они были по рассвету, я бы получил... И оформлены правильно, я бы получил сколько? Давайте считать. 40, 50 тысяч кристаллов за 3 вот этих стрима. Ну, знаете, для меня по дефолту собрать 500 уникальных зрителей — это ерунда на любом стриме по аллотам. На любом стриме по лодам для меня ерунда собрать 500 уникальных зрителей, если алгоритмы YouTube работают нормально. Потому что если мы посмотрим на мои стримы... Хотя ладно, это не совсем корректно, потому что вот этот стрим, например, он у меня был в условиях YouTube, который немножечко болеет. Но уже постфактум, да, на 10 тысяч кристаллов у меня стрим в условиях, когда YouTube болеет. Да. То есть там были условия, по-моему, на 9 стримов. И даже если с каждого стрима я мог бы поиметь по 10 тысяч кристаллов, это, ну, то есть с условием, что в 2 раза больше, я бы получил 90 тысяч. С условием того, что 1-2 стрима бы у меня собирали бы больше 1000 уникальных зрителей, мы имеем, что у меня было бы больше 100 тысяч кристаллов за все вот это. Плюс микрофон за 4000 рублей. Просто, чтобы вы понимали, ребят, я могу потом теми или иными путями реализовать эти кристаллы в рубли. Ну, условно говоря, давайте самый такой минимально выгодный сценарий. Один кристалл 50 копеек. Я могу 50 тысяч рублей на этом заработать. Но я бы этого делать не стал, честно. Я бы просто на фри-то-плей играл и тратил бы эти кристаллы там на свою игру. Но не для того, чтобы зарабатывать реал. Мне, в принципе, не то чтобы это не интересно, но просто я вам говорю о том, что я мог бы с этого поиметь, если был бы максимально жадным евреем из Одессы. Скажем так, гешефт был очень даже вкусный. Но из-за вот таких балдежных формулировок я получил, скорее всего, ни хрена. Точнее, я получу вообще ни хрена. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Причем этот момент уточняли. И предположение, что это уникальные зрители, оно витало. Но мы стримеры его, в принципе, отметали. Вот такая вот херня. Я хочу выразить благодарность Антону Молотову и Геликану за их великолепную работу. Ладно, Геликан, прости, братан, я в некоторых местах уже успел тебя обосрать. Я приношу перед тобой свои извинения. Ты, наверное, классный мужик. Наверное, я не знаю.
Хотя твою работу я оценить по достоинству не могу, потому что комьюнити, ну, то есть взаимодействие с ютуберами по лодам вообще минимальное, его, я считаю, нет. Хотя это очень важный момент для работы комьюнити-менеджера, учитывая, что видео по лодам способно набирать там тысячи, десятки тысяч просмотров, что очень даже неплохо для продвижения игры. Причем награждаются они 500 кристаллами в месяц за счет любительского журнала, который, если бы которого не было, за видосы нам бы перепадал бы... Да. После такого, на самом деле, вот задаешься вопросом, а почему я не рекламирую РМТ? Серьезно, даже если бы я просто продавал на 1000 уникальных зрителей рекламу РМТ за там 100 рублей на видео, на стрим, мне это было бы в десятки раз выгоднее, чем вот вся вот эта херня, что творится в игре. Потому что там я уверен, что я что-то поимею, я поимею там свой решет. Не знаю точно, как это слово произносится. А вот с этими высказываниями, товарищ Молотов, серьезно, чувак, ты обосрался с краем мира, ты умудрился обосраться еще и с этим, серьезно, я бы принес через мои стримы рассвет бы увидела там минимум 4-5 тысяч уникальных зрителей. Учитывая, как ты оцениваешь 1000 уникальных зрителей, чувак, ты вообще должен писаться кипятком вокруг меня. Я сейчас без шуток говорю, вот если они товарищ Молотов оценивает 1000 уникальных зрителей как 10 тысяч кристаллов, он должен вообще держать со мной связь там ВКонтакте, просто холить или леять, чтобы мне было хорошо и приятно. Как минимум он должен проплачивать мне подписку, ну или обеспечивать меня там, условно говоря, 5000 кристаллов в месяц, чтобы я регулярно стримил и делал видео по лодам, потому что, извините меня, такое количество трафика я генерирую вообще на безвозмездной основе. Ну, я могу его генерировать раз в два дня. Вот 1000 уникальных зрителей. Раз в два дня это чтобы я не уставал и не выдыхался. Могу хоть каждый день, но это будет слишком для меня геморройно, а за бесплатно работать никто не будет никогда. Я понимаю, что это видео по большей части мое нытье, но мне надо было выговориться. Я... Да, у меня просто нервы немножечко... попортились, потому что, серьезно, больше 100 тысяч кристаллов просто утекли у меня из-под пальцев просто за счет того, что товарищ Молотов не расписал все нормально изначально, а все пояснения почему-то появляются на форуме. Почему я обязан следить за сраным форумом, чтобы быть в курсе событий и в курсе того, что вообще в игре творится? Короче, я немножечко побугуртил на эту тему на форуме. Я выслал им вот этот скрин. Спасибо за своевременное информирование. Гоните мне мой микрофон. Я даже не рассчитываю на то, что там будет какая-то адекватная или неадекватная реакция со стороны администрации. Но... пруфы сохранятся, с YouTube они мой контент не удалят никогда, поэтому, да. В общем, да, спасибо за внимание, ребята, не болейте. Надеюсь, все у вас и ваших близких будет хорошо. Пока-пока. А, и да, простите, пацаны, я совсем на своем горе. Я поздравляю блога с тем, что он выиграл 10 тысяч кристаллов. Я поздравляю автора видосиков. Пусть он очень, так условно говоря, выиграл эти 4000 кристаллов, но он их выиграл, я его поздравляю. Я поздравляю Ива с 2000 кристаллов, парень, который вызывает у меня лично только уважение. Я поздравляю Черика с 5000 кристаллов, я поздравляю Рпикта с 5000 кристаллов и тем, что он выиграл микрофон. Ребята, я вас поздравляю, вы
повелись на это, несмотря ни на что, поимели с этого дерьма. Поимели с этого дерьма достаточно, я считаю. Да. Да, ладно, всем спасибо за внимание, всем добра, мира, позитива, пережить этот кризис и пока-пока.